Мемориал в честь воинов, погибших при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 1944-го. Открыт 3 июля 1999-го. Он выполнен в виде открытой книги, расположенной полукругом, на страницах которых увековечены имена 938 героев. Верхняя часть памятника исполнена в виде пантеона и имеет вид полусферы. Вход оформлен аркой, вратами. На 10 опорах высотой 21 метр закреплен конный памятник, первый в Беларуси, высотой 5,5 метров. В центре композиции фигура святого Георгия Победоносца в форме советского солдата, пронзающего фашистскую свастику в виде змея Аспида.